Оптическим спектром называется зависимость интенсивности излучения от его частоты. Для изучения спектров светящихся тел используются специальные приборы, называемые спектрометрами. Простейший спектрометр устроен следующим образом. Изучаемое излучение пропускается через узкую щель и с помощью линзы фокусируется на экране. На пути излучения ставится диспергирующий элемент – призма или дифракционная решетка. Электромагнитные волны различных частот отклоняются на этом элементе на разные углы. В результате в различных точках экрана возникают изображения щели, создаваемые электромагнитным излучением различных частот. Это и есть спектр. Сильно нагретые конденсированные тела излучают непрерывный или сплошной оптический спектр. Оптические спектры отдельных атомов лучше изучать, наблюдая излучение газового разряда, где атомы практически не взаимодействуют друг с другом. В качестве примера мы продемонстрируем вам спектр излучения атомов ртути. Как видно, оптический спектр излучения ртути представляет собой набор узких спектральных линий различных цветов. Каждый тип атомов обладает своими индивидуальными оптическими спектрами, позволяющими легко узнавать эти атомы. Вид наблюдаемых спектров сильно зависит от ширины щели. С одной стороны, при уширении щели яркость наблюдаемой картинки увеличивается. С другой стороны, наблюдаемые спектральные линии уширяются, и это затрудняет наблюдение отдельных тонких деталей спектров.